Мы до 1 сентября успеваем? Да, абсолютно все. То есть все, по рамках контракта все на 95% сделано. Качество ремонта, всесторонняя безопасность, работа пищеблока, готовность к отопительному сезону – основные критерии проверки образовательных учреждений. Глава муниципалитета Андрей Иванов проверил готовность школ округа к новому учебному году. В этом новом учебном году в школы округа придут 52 470 детей, из которых 6701 ребенок пойдет в первый класс. Дети – это, безусловно, наш самый ценный капитал, поэтому ту заботу, которую мы сейчас проявляем при подготовке школ, при потом дальнейшем обучении, очень важно, и, конечно, в этой подготовке мы должны акцент поставить на безопасности, комфорте. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования активно готовятся к приему детей. По словам директора Одинцовской школы номер 8, ремонтные работы здесь уже подходят к концу. В планах на будущий год капитальный ремонт и строительство нового корпуса школы «Надежда». В этом году по муниципальному контракту у нас ремонт спортивного зала. Там работа подходит к концу. Обновлены стены, потолки. Мы провели косметический ремонт помещений школы. Также мы отремонтировали входную группу. А в целом мы учитываем все пожелания родителей. Мы стараемся быть в курсе событий. В школах, где это требовалось, заменили оборудование и мебель. Продолжается благоустройство территорий. Одна из приоритетных задач – обновление пешеходных переходов и дорожных знаков возле школ. Процесс устранения всех выявленных в ходе проверки недостатков держит на контроле руководитель муниципалитета. Хочу отметить, что большинство подготовительных мероприятий в округе вышли уже на финишную прямую, отработали наши межведомственные комиссии. В отдельных школах и садах пока еще идут ремонты, но до 28-го, до 30 августа эти ремонты будут закончены. И там мы ждем еще раз комиссии, которая уже проверит качество ремонта и готовность этих учреждений. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».